Продолжаю тему вопрос-ответ. У меня была клиентка, которой уже 60, которая уже, ну как бы вообще не виделась смысла жизни. Она уже на пенсии, ее ничего не радует, она целый день смотрела только тупо телевизор, обсуждала, как все плохо, смотрела новости, переживала, обмусоливала это и говорила, что лучше уже не будет, и ничего ее больше не радует, и ничего она не хочет. И что она уже может сделать в 60 лет? Ничего, она уже все, списанный материал, как она себя называла. Мы поработали с ней, выявили у нее в регрессии, что, как, и как обычно все идет от родителей. Очень большие были проблемы с мамой у нее, с отцом. Впоследствии, когда девочка стала взрослеть, жизни ее уже не радовало. Она была в замкнутом круге. Куда она не пойдет, все не то, за что она не возьмется, все не эдак. Жизнь просто рухнула у нее, все. Конец, как она сказала. Но потом, найдя причину и заменив негативные эмоции, чувства на положительные, проработав, женщина открыла глаза и улыбалась, и говорила, а что такое может быть? Она просто сидела и улыбалась. И просто радовалась, что она живет, наконец-таки начала жить. Она все 60 лет спала во мраке. И не понимала, что жизнь проходит, а она как по течению плывет и не участвует в этой жизни. И я выставляю эти вам видео, эту рубрику «Вопрос-ответ», привожу вам примеры для того, чтобы вы услышали свое, каждая из вас услышит свое. И наконец-таки придет к вам это озарение, осознание, что так больше нельзя жить, что невозможно уже, что нужно что-то делать. И никто не поможет тебе, пока ты сама не возьмешь себя в руки, не найдешь специалиста, не обратишься к эксперту. И следствие поменяет тебе всю полностью твою жизнь. Ты меняешь себя, и ты не понимаешь, да, как жизнь делает тебе 10 шагов навстречу. Ты делаешь один, Вселенная тебе дает блага. И человек становится и здоровее, и счастливее, и богаче. Но все идет изнутри. Не поменяв себя, ты не изменишь ничего. Ты просто потеряешь лишние годы, десятилетия. И перед смертью будешь очень сожалеть о том, что ты не сделала ничего. Лучше сделай сейчас. Лучше сделай. Хотя бы попытайся и начни уже в конце концов жить. На сегодня все.